Стейл, это у нас уже, по-моему, девятый вечер. Вот, я так думаю, сейчас будем просить тройку, двойку. Че, подстанешь? Да, мы его не убьем, блядь. Ну, положи фессуру, брат. Так, ну там лоу хэповый, если что. У меня тут тоже сбреет он. Фессуру, брат. Ну, ты пэхнулся, да? Ладно. А ты тут, да? Да. Давай, давай. Я напал. Сам добьешь. Да, добивай. Тут крест закрой. Давай, да. Крест, господи, там убейте. Я тоже его вижу. Гоу. А есть? Есть, дэкшн, есть. Догрызайте. Ну что, ребята, сегодня у нас некстовый вечерок и STL, это у нас уже, по-моему, девятый вечер, и сегодня будем стараться не облажаться, нужно задушить пару каточек, ну, хотя бы постараться их выиграть немножко. Ну, будем стараться, ребят, и готовимся. У нас сегодня серьезные пацаны здесь и собрались, и будем надеяться, что эти катки вам тоже понравятся, как и прошлые выпуски. Не забывайте смотреть прошлые выпуски. Не забывайте смотреть next выпуски. Не забывайте поставить лайк. Обязательно подписаться на YouTube канал, ребятки. Ваша поддержка, как говорится, мой контент, мое рвение улучшаться и предоставлять вам более качественный продукт в виде контента. Поэтому, ребят, очень рад, если будете поддерживать. Ну что, ждем драфты. Ждем СПшку и погнали. Погнали. Будем ждать, будем смотреть. Сейчас посмотрим, что у нас как по СПшке будет. А я пока банан заточу. Ой, жесть. Пока. Дэнг, бро. Так, ну что, ребята, уже СПшка произошла у нас. И вроде ребята мощные, ИВС и за. Посмотрим. Посмотрим, как у нас получится играть эту каточку. Будем надеяться, будет интересно. Будем надеяться, будет интересно. И погнали уже к ребятам, подсоединимся в Дисе. У нас какое там лобби. Game 2 Sentinel. Сейчас зайдем и погнали. Прошу пацанов, то что-то там какая-то мерзберика, там ребята с ним. Game 3, окей. Они в третьей сети. Game 3 Sentinel. Ты нахуй ревнул с игры. Здорово. Кому, блядь, говоришь? Груша, блядь. О, нахуй мне звонишь. Сливай с игры, нахуй. Да я, блядь, сейчас нахуй отпишу, блядь, и тебя, и их, блядь. Слышь, я тебе, сука, всю игру да убить буду. Алло, блядь! Не вниз игры, уёбок, блядь. Пошёл нахер, блядь. Бля, я тебе по ночам звонить буду. Если да мне похуй, блядь, ебать нахуй. Думаешь, я, блядь, по ночам сейчас сплю, что ли? А чё ты Фредика на пик наспал? Там же Влад отошёл. Он сказал, подождите 2 минуты, я сейчас приду, дайте мне. Так, ладно, я тогда пойду быстренько, подну. Прялого, хапани там. Одобряю. Что, охуели, блядь? Сами хуяльте, блядь. Ты, кстати, утром пятак выиграл, я слышал. Нет, пиздёж. Сколько выиграл? Я при своих остался и всё. Салам всем. Валикум салам. Тимка, у тебя башики на кнопки стояли? Ты чё? Да, походу... Кстати, этот, мага, да. У тебя есть на карте рубль? Да. Закинь, прокинь это ягами на стрим касать, я после игры пойду, я тебе 4000 скину. Поздравь его с днем рождения от нас.
Хорошо. На стриме зайди там. Что написать? С днем рождения, блядь, от нас, блядь. Хуево знать, что написать. Что-нибудь напиши. Я напишу Гришин Питерок. Сойдет? Да похуй, пиши. Так у него вчера же было день рождения или сегодня? Не, сегодня, 28-27. Надо стрим его открыть, у него там даже написано на стриме. На днюху, типа... Гроши. Давайте, давайте, ладно, поздравим его. Тоже хочешь бабок дать? Ну, у меня сложно с переводами. Так бы закинул. Так, розыгрыш, где 1000 капсул, блядь. Что он тут стримит? Я пожилой жмых, даб-даб. Ебать. Кстати, у меня сегодня день рождения, блядь. Он вообще, блядь, какой-то ТБшки нахуй, блядь, стримит ТБшку, блядь. Или что это за хуйня вообще, блядь? Так, я пока все тебе закину тогда. Пока все да? Чуть-чуть больше, чуть-чуть больше закину. Сколько? Там 4 единицы. 4000? Нет, нахуй, блядь, ты чё? Я вчера кинул ему. 1111. А. Закидывай, закидывай. Закинул? Да, вот он закинул. А? Если что, говорит, на машине может подъехать куда надо. Днём рождения, нахуй, Гришин, это ты поздравил? Да, да. Ха-ха, ебать, вот. Ой, бля, петух, бля. Да, у него 27-го, вон, с днём рождения, 27-го числа. А чё мы кого ждём, кстати? Лайк. Кто там у них в пике? Влад? Так.
Там Влада, что ли, до сих пор нет? Ай, да. А, на Голка где? Что-то его до сих пор нету, блядь. Ну, на ФК, вот. А чем вы ему пик дали-то? Он же попросил то, что... Ну, не, Раджи говорит, он заново попросил, типа 2 минуты отойдет всего лишь. Че, можешь не миг? Да не, ладно, подождем. А ты за пульсара трешку кинешь, Марат, да? Да. Мага, ты тут? Да. Что там? Там по-любому, наверное, Кокс обесился, блядь. Ну, Да и не только Кокс, и я, блядь. Ты здесь со Сана не выходил пару ну, раз. мы не так бесились, просто охуеть, что за станы и все. Я вообще на чили был. На чили, на расслабоне. Но химик это ебнутый герой, блядь. Во Да, сколько не пизди, блядь. я же говорил, надо с ХГ играть. Там вышли пару раз, 2-3 раза копцы убили сразу. И все, поплыли. Его, блядь, сколько ни пиздил, он Ты все равно знаешь, блядь, круто. Тимка, там на миду этот химик крипа 5 убил. 0-3 был. Я все равно, сука, блядь, на 15-й ранник. Пиздец. И все руны мы контрили, я не знаю. И лес даже заблочили. Хуйня какая. Там омник стакал ему, блядь. Так мы же заблочили лес. Там хрена заблочила ему лес. Не все кемпы, вот этот открыт был 100%. Этот блочил, этот блочил и этот, не помню точно. Там, да, он мне сразу вард снял там. Так там и, он, и химик, и омник сдохли из-за этого варда. Гришин. Гришин, Гриш, блядь. Гришин, я готов на Вокере исполнять. Если что. Где он, блядь? Он замутился и пикает по ходу. Да не то он тут, блядь. Так, давайте Гришина прорекламируем. Стрим его. Как легко прорекламировать Гришина? Очень просто. Ссылка в описании. Достаточно. Не, у него ссылка не рабочая. Да, у меня зато рабочая. Я просто давно не стримлю, и многие спрашивают, есть ли стрим у кого-то. А что ты не стримишь? Да впадло, мне. Я когда стримлю, у меня типа интернет. Слышите, Найкса берем или отдаем похуй на Найкса? Thanks, thanks, thanks. Для Или Найкса бош, хочется. или отдаешь?
Ты хусика не хочешь, Гришин? Типа там Можем и хусика? Не-не-не, давайте хусика не сейчас. Смотри, там Феникс, Банни, Селедка, Бара, да, Сало. Да, я в курсе, просто вот думаю, пока может Найкса какого-то взять. Можно и Найкса, и потом хусика тоже. Тоже нормально. Ну от Найкса можно вытягивать героя, блядь. Да хуя не побьет, панда вытащит его, блядь. Да давай сразу хусика. Просто Найкс и против Куки хорош. Да, я тоже из-за этого и думал просто его взять и потом типа хусик еще добрать, и там останется Шейкер, Тускар, Вивер, Саппорта. Ты же знаешь, что Шейкер исполняет пиздец какие вещи. Дима, слышишь? Тут еще и химик есть, а там все саппорты против него баны. Тоже как вариант. Ты на химике коллапс на этом, как его? На Тускаре? На Леге. Может, уже Гришин на Леге, а я на Тускаре? Да я могу себе просто химика сейчас взять похуй четвертым пиком. И востовый забрать какого-то саппорта, вивера там, не знаю. Просто на хусике я бы сыграл Тимка. Я давно на нем не играл, уже что-то даже хочется на нем играть. На Тускаре? О, да. Давай. Я за. Че, химика тогда берем? Да. Мне просто его столько раз пикали, блевать так много хотелось. А сейчас уже, блин, год на нем не играл, можно побахать. На каждом, бля, арене, на каждой турике, бля, дум, кусик. Что-то, походу, мы их в ступор ввели, Ускара. Да. Ну, пик они въебали, как по мне. Там просто он все забанил себе. Прямо пик. Ускар. Я бы на пятерке по какому-то побегал, могу. Че, да, точно химик? Ну, там вроде тебе никто ничего не сделает. Ну, блядь, мне кажется, жадно, не? Химик. Да, в смысле? Ну, альтернатива какая? Там еще будут герои. Что там осталось, если даже дума какого-то пикнут? Хусика думбу бедоваться. Решен. Найтса, если пикнут, этот может вытягивать. Да там есть тот же самый, блядь, вайпер еще в мид, вообще похуй. Гриша. Сейчас можем просто либо какого-то шейкера взять, либо какого-то Решен. Ривера. Вайпер плюс хусик, хуйня же, Дима, он оба неподвижные. Или ну, можно давай. Даже БХ пикнуть, Дим. Не-не-не, БХ хуйня у нас. Нет. Дайте мне шейкера. А может просто резака сейчас возьмем? Тоже как вариант. Шейкера дайте, я вам соло выиграю игру, блядь. Можно и резака, блин. Что думаете по поводу резака? Заебись. Просто я им он тоже заходит, пиздец, заебись. Марат, говори. Что хотел-то? Шейкера дайте, я вам соло выиграю. Ты это хотел сказать? Там шейкер, да. Вивер есть, если чё. Шейкер, бля, он меня не слышит, я, блядь, груша, блядь. Вокера мы не боимся вроде. Я тебя слышу, но я стараюсь тебя игнорировать. Тогда хуй тебе донат на стрим, блядь, всё. Не нужен донат, блядь, нахуй тебе шейкер ебать. Я больше никем не умею здесь. Я и так никем не умею, блядь, ещё, блядь. Только затяни пик, я тут за пританку взял в руки. На Сларка поебать нам, там какой-то на X пиктра. На Сларка нам поебать. Нихуя себе. Нам урса будет мешать. Да. Урса, блядь, страшно будет. Я думаю, там некр будет. Некр нам противнее, поверь. А Вивер, бани, только хотел сказать. Некр нам противнее. Нетерь. Нетерь бан. Нетерь. Шейкера давай сюда. Я отошел на минутку, если что. Это мой герой, блядь. Смотрите, учитесь. Один раз показываю, больше не показываю.
Главное, что нас не закрывали на Главное, чтобы ты на 6 не бегал на 5-й минуте, как Гришин. Что на 5-й минуте? А, забей. Я на 5-й минуте уже с даггером буду, смотрите, чекайте, блядь. Или будет у меня 0-7 счет, либо будет даггер, блядь. Так, давай договоримся, если у тебя минусовой счет, мы тебя кикаем. Давай. Все. Я хуй с базы выйду, блядь. В смысле, мага, дай мне Шреддера. Че вы хотите? Я опять на панде пойду, что ли? Да. Че, издеваетесь, что ли, надо мной? Ну, никто вроде. Тут, кроме тебя, никто не играет на нем. Серьезно? Мага Госвап. Точно. Я так мечтаю о каком-нибудь керри. То есть. Могу хусика дать, но на панде. Да ладно, я уже на панде ты если не шаришь, что смысл. Я вообще не играю на нем. Понятно. Если ты гора захочешь, Гришин скажет, давайте мне панду. Лучше на это не смотреть. Да все, забей. На панде побегаю. Пофакашу немножко. Бля, я так-то себе резака брал. Я надеялся, что вы мне его оставите. Играешь, может, на леге лучше стало? На леге? Нет, твой лего посимпатичнее все равно, Гришин. Да, блядь, я в две пилы, ебать, пилю нахуй. И давайте на победу, пацаны. Все, я вам панда сделаю все. Я на этой на лиге ни разу на Шреддере не играл. Дайте поиграть. Ты вчера играл. Давай, вот. Я уже сразу написал, ну и. Бля, буду, если я сейчас выиграю этот ролл. Ах, сука. Лего тебя ждет, реально. Тем более тебе надо потеть, бля, ты там в рейтинг же хочешь попасть. Воу! Так, хорошо. Хосик куда идет? Скажите сразу. Хосик медовый или лего? Бля, я бы сказал турбо, но я боюсь тебя, так что... Вниз. А, заебись. Хосик вниз? Да. Ты медовый. Не, ну вообще можно хусика и мид отправить. Там жерка что ли медовая? Ну за пульки тогда. Ну, мне нечем пулить уже. Ага, иди. Коллапс на мир. Я все отдал вам. Жопу тоже. Нет, ну, Апс Игорь сегодня сыграл только одну? Я? Да, одну сыграл. Выиграл ее плюс-плюс. Где бы он был на забирал? А ты сейчас на третьем месте, если сейчас выиграешь еще раз, блядь, ты Коляна можешь догнать? Да, мне... Если я два раза подряд выигрываю, то... Там Элдос... Топ-1 заберет, стопудово. Да, Эльдоса мало игр. И мало игр. Я объясню, почему он не заберет. Я следующие игры буду играть именно против него. Я хуй ему дам выиграть. А если он за тебя попадет? Уже нет. Сука. Найс тактика. Не, а так уже а там медовая ВР-ка. Идите трипл-топ. Трипл-топ, идите. Блять, ебать. Нет, три милишника с хусиком, блять, типа разъебете. Хотя бы. Ну я тогда через ДП-шку, блядь. У меня пить с монет. А, пить медовый там. ВР-ка идет вниз. Давай ёбнем его. Чё-то на топе там суета. Давай, не газуй, да. Бля, знал бы, что пит медовый. По-другому закупился. Давай, сейчас я его закрою. Закрывай? Давай. Подожди-ка, да? Ага. А чё, закрыл он сейчас его этот камни даст? Стоп. Это максимум, брат. Фиссуру на рад. Да. Давай. Оставляю? Нет, не оставляю. Заберу. Там ебаная... Ну что-то далеко так ушли, жесть. Что, ты идешь, Димона, нет? Гришин? Стойте, я встаю уже, пускай хусик кормит. У нас скрипчики, дядь. Вызывали? Yep.
Типа они просто за мной бегут и все. Вообще без шансов сюда. Сюда ЕСов бы сейчас. Я хочу тут стак сделать и монету забрать. Лего, иди топ монету. Да, монетку на топе, братка. Я внизу. А, ну все, ЕС снизу выйдет. Я куру забрал, короче. Дай мне куру. А, это ботл, в принципе. Да. О! Ну все, все, забей. Мы вдвоем не убиваем под виндраном. Сейчас у нее виндран КД, сколько маны там? 260 тысяч. А топе, давай, давай, это в химика ебанем. Блять, у меня еще и ТП КД, это просто пизда. Очень много я крипов что-то. Там очень много. Он на меня идет. Бля, я без маны. Я тебе сейчас ботл забил. Ботл забил. Мы лучше на миде убили бы, блядь. А мы на миде не сможем питать. Почему у него было там хуйня хп вообще? Да нет, мне не надо. Мы вдвоем его не сможем. Давай, пизди его. Я постоплю его. Я простаню его. Пусть он жирный. Уйдите, 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 уйдите. Я на тебя отобью. Хорош, на тоненького. А, есть. Блядь. Ну, блядь, там химик на фрифарме через стаки так-то, блядь, ребят. Ну, там типа и нон-стоп отводит, нахуй. Я акуру возьму, хорошо, сейчас. Тут туск идет, брат. Аккуратно. Я тоже иду. Давай его запиздим. Понимаешь? Да у них варп вот здесь стоит, блядь. Этот жирный, блин. Че, подстанешь? Да, мы его не убьем, блядь. Ну, положи фессуру, брат. Да попробуем, хоть погоняем. Да, мы, блядь, ну сзади тусик же есть, блядь. Ну, я уже в таверне. Ладно, пятерку уйди, пожалуйста, иди вниз, дангли. Куру, куру, возьми, куру. Блядь. Не обязательно Марат убивать, можно продамажить. Чтобы не на очке ставить. Давай, шестой апни, сейчас ёбну туда. Ботл, дай, да? Выложи. Выложи, выложи, выложи ботл. Давай, давай. Верну обратно. Верну обратно. Застань, продлю. Хорош. Хорошо. Ой, блин, кунка. Нет. Чё там, Хуск не живёт? Закупил. Варду отсюда бы. Сейчас я куплю. Кура нужна там? Нет. Я тогда не знаю. Ну закрой же. Бля, вы можете мне сентри купить, пожалуйста? Энн один раз показывает. Да, я вот вижу, я уже думаю, что надо было либо мне на ЕС, либо я не знаю, типа, ну. А Калине тут... Ну, типа, это будет ГГВП, если ЕС так будет отыгрывать. Что, этот, а сможем его вдвоем как-то? Я пойду руну заберу. Питлор, я нанизу. Понаглядь, бля, он у него что-то. Всё, давай тусика. Ко мне сам дает. Пандамониум! О, Пандария!
Ой, бля. Ну, у меня маны не было просто. Так, все, вам ты забей. Gladly. I'll give it a shot. Have one on просто ебаный вард нужен сломать и все. Мне не нужны нахуй эти саппорты. Мне надо сломать вард, чтобы меня не пиздили. Просто купил. Я могу тебе сентряк сейчас купить, но надо принести только. Смотри, стак. Просто, блядь, меня с нулевой минуты просто тупую хуячу. Тут старт с арбом. Там двое идут. Блять, что я апну, арканы хотя бы возьму. Так. ТПшка, манга. Сентрик. Я так понимаю, я тут фулл 5, да? О, смотри, будет кто? Меня нету, я на топ иду. А ты там сам справляешься? Вот тут, вот тут, вот тут идет кто-то. Панда. Чё, сентряк куда тебе засунуть? Вон, химик. Ты уже, скорее всего, кончился? Кончился. Ни зума нету. Хорош. Это, блядь, турбо, блядь. О, давай, 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 давай. Давай, давай. Давай, я. Понял. Хорош. Сорян, я что-то завтыкал. Камень не перед собой поставил. Долго что-то там так тухал. Нормально, нормально. Его тоже можно. ТПшка, ТПшка. Я скорее я всего... Ушел. Давай, давай, я укатываюсь. Нормально. У меня тройка есть. Я могу попробовать тебя подтянуть. Только тебе надо поближе встать. Чтоб я не рисковал. Давай, давай, давай. Вот. Подожди, подожди. Их вообще, блядь. Там ЕС стоит. Вытянешь, вытянешь. Иду, 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 брат. Ой, хорошо. Сейчас я обломимся. Вот так вот сделаю. На отход. Бля, вот эти стаки как-то, блядь. Сейчас я аркан дам этому. Да, когда будут забирать, тогда... Ну, крипа оставь, пожалуйста. Блядь. Тут пит уже, тут пит, пит. Уйди, блядь. Так, я иду на мед. Блять, это... Марат, ты увидел, рейндж... я не увидел, блядь. А рейнджер стой, Марат. Бля, я, у меня один крип, сука, пожадничал, блядь. А вот это Гришин, блядь, крыса, блядь. Я если ещё вытяну на хуске, друг. Им крест дали. Давай, давай, вытягивай уже. Что ты тайно пустах просто наглый спину? Ой, нихуя себе. Так, ну там лоу хэповый, если что. У меня тут тоже сбреет он. Исуру, брат! Ну ты пэх на СД. Ладно. Аркан. Нормально, нормально. Первая будет? Нет, нет, у меня маны нету. Манга, дай ЕС ему. Дал, да. Хорош. Ой, если этого зацепит. Ой, мужик, вообще, лучше. Мужик. Руну в топе пошел. Да, да, я иду. Там иллюзия. Ману могу дать, если надо. О, давай, 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 да. Или ты шредеру. Тебе. Я бегу чисто из-за маны. Я на низ ТБ дам, ребят. По X плюс почти магнетизм есть. Так, так у них тут важно. Чистый левел надо. Бля, если были бы варды, они тройные стаки не отдали бы, я думаю. Гришин. Блять, как мы не отдали, блять, алё. Я же в нахуй пошел его забирать. Я даю ТПК. Будем драться. Там пункт да, еще. Да, 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 может. Я без ТП внизу фармлю. Пусть с армлетом. Разбудишь. Ну там нереальный урон. Зря мага. Как он 4 минут бегает, блядь. Мне бы 2 крипа. Так, он в крипе стоит. О, давай, давай, давай. А. Ладно, ладно, забей. Там функа. Куда тебе отвешь? И с урону, о. 11 сек, парни. Я ТП хну, если что. Жесть, там живет, такие хэпы. Ужас прям.
Он химик сам себе застанет. Ты куда, братишка, блядь? На характере идешь, да? Так, ты 40 дашь? КД, КД чуть-чуть. Эх, я один камень не зарядил. Вау, он вернет! Ускар только вернулся. Бля, ебать долго это пена. Да как же? Вы же понимаете, да, то, что вы просто, ну, пятером в топе, какой на этот смысл? Там один кор химик. Ну, купите там, там нужные себе сваты, там дагера какие-то, там коллапс возьмет. Леги даже арбалета нету, что вы на стоп дерете. Вон. Я иду, иду. Помогу. А ты стилер, блядь. Вроде без конки мы можем. Ну застань же, Мара. Да все уже, Мара. Не тупи, да, Мара. Ладно, я пойду металл заберу, наверное. Это меня цепануть могут, да? Опа, вот тут герой. А вот химик, я могу его закрыть. Подожди, подожди, подожди. Там ВР-ка пошла. А, нет, а, вот тут ВР-ка. Они вчетвером, блядь, бегают. Вот Тускар за тебя, Марат. Рад, перед твоим лицом Тускар прошел. Бля, я дал фиссуру, блядь. Марат, ты еблан. Пизда, еблан просто. Блядь, хули еблан, говорю, дал фиссуру, блядь. Что, фиссуры не было, что ли? А мне БКБ нужно, нахер, я встану, встаю. Я раскидал. Не факт, что что-то получится. У меня камней нет, бро. Тройки нету тоже. КД, 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 КД. КД, КД, КД. Откатилась. Могу тебя подтянуть? Поживешь? Жесть, что за драки? ВР кидай первую, хорош! Хорош, хорош! Это, блядь, моя тима нахуй, блядь! Давай пизди их, дуэль! Смотри, себе. Арба может убивать, знаешь же, да? Отлично. Не-не, уходите им про нейросы. Я чё, я иду молча на рошу, да? Можно подышать, говорит, там химик заряжает. Ой-о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 й. У меня камней нету, если что. Арканы сейчас дашь. Бля. Ебать, он торрент туда дал. Бежит меня зафиг. Уйди, уйди. Хорошо. Ты, надеюсь, сам справишься? Да. Я залагал. Вы залагали? Подлагала, да, сейчас тоже. Ты так не пугай, да? Ой, идем. ВР. Я стак. Хорошо. Я иду, иду. Помогу. Ой, блядь. А говорите, что я, блядь, хуйню мучу, блядь. Вы чё? Вот чё, блядь. Давай, красава, давай, брат, красава. Так, вот так, у меня, если что, вот так вот. Фиссуру сейчас по кнопке дашь. Ебать, у меня сердце билось, нахуй, он три раза забашил. Вот смотри, давай фиссуру. Раскинул. Да, ебать, нахуй, вот так, блядь. На кресте. Не, сразу дал бы Марат, мы бы успели его ебануть. Я там тоже мог камнем попасть. Не успел. Кстати, а ты если дашь ему ульт и ты за ним побежишь туда? Нет. Нет. Он может. Вот. Но если дистанция прервется, то. А что, его не можем отпиздить? Я тоже даю ТП. А, Радик уже ебать. Там 2000 дистанции, если за 2000, то порвется. Кто я на низу? 16-я минута, блядь. Пацаны, кто я на низу? Мы можем его ебануть. Вот. Ой, блядь. Где накосячил?
Корабль же, да, будет? Ладно, письмо. Я просто фармить пошел. Так, тут забираете. Мне поможете потом? Да-да-да. Да-да. Просайлен все. Хорош, химик лопнул. Мужики. Красавчики. Ну, без потерь. Я думал, я хреново играю. Да-да, это просто груша хуёвый, блядь. Без потерь, говоришь. Я тебе вначале говорил, Марат, главное не наших закрывать. Жесть. Ну, 6 на 4 сложно, Гришин, согласись. Так, я этот, пацаны, аркану даю, да, беру. Кому там что там надо, говорите, маны. Мне, брат. Я вот тоже, пойдем вот этим, давай вот этим пацанам дадим. Да они, бля, хуёвые. Да пошли, да, слышишь, давай, да, дадим пацанам, они нормальные, вон. Так, я предлагаю сейчас макануться и напасть. Да, ну. Подождите, я вот сюда пойду себе стак сделаю, даги заберу. Точно. Кстати, у него там 200 золота не хватает, почему бы и нет. Идем. Так, ну я, давай, Лего, с тобой похожу. Личный нюанка твой. Смотри, вардить идет, центрик поставит сейчас. Сейчас Виндра будет снимать. Уже я закрылся. Покажу ее. Давай, я, если что, рядом побегаю, подтяну там, что как надо сделаю. Ты охуел там, бля, мои. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я же сказал. У меня тут проблемы небольшие, дядь. Блядь, я тысячами увидел, бля. Ну что, на самом деле фигню сделали. Да. Я думал, он один, блядь, все снизу стояли. Ну Тускар потом подошел, да. Да надо пятером. Значит, так вострем игру. Да, без меня вы не можете, даже если я хуёвую фиссуру даю, бля, вы все равно побеждаем. Бля, я тут фитил, ладно. У пита пока меки нету, сейчас через... Да, надо пока меки нету подраться хоть. В миду сейчас закат, если что, сделаю. Блин, меня бы... Хорошо, тут нас так делает. Эх. А кто там на химике? Раха играет, да? Этот бежит на топе с хостой. На миду есть плюс? Все, увидели. Вон кунка идет. Вот тут стак. Да там он сейчас наши... туда пойдет. А где смокина? Я купил. Я не из депа. Вон химик. Кто ты плюс один, я смог нажму, пойдем убивать его. Мага, идем. ТП-шку купишь, я тоже приду. На. Давай подождем его. Вот тут смог нажмем. Химик ТП-шится, он, скорее всего, либо вот сюда сейчас пойдет. Давай он... я просто на боку убью и посмотрим, кто придет. Вон, химик, вот тут. Идем вышку заберем просто. А за них ТП дали. Да, они сейчас все ТП дадут меня убивать. У меня есть эхо, я ее их отпилю. Вот в этот раз доверься, братан. Да не, иди нахуй, у меня БС, я в этот раз точно не пишу. Я тебе говорю, я их разъебу, гоу. Кого сломаем, бля? Давай, я хуй с ним ломаю, что знаете? Хотя бы вы убьете. Я тебе говорю, я, их видно, пиздец, видно. Как врываюсь, блядь. Они тебя видели, кстати, у них там опс на руне. Я укачусь, нормально. Ну они, они все пятером там фармят. Я в БКБ. Хорошо. У меня почти 11-й. Так бы кайфово было бы постоять там почилить на XP. Он на мид идет, наверное, да? А он стак там хочет себе сделать. Го, вот тут смог нажмем. Подойдите сюда. Они настрои, Марат не нажимает. Я бегу к вам. Они в пятером только ходят. Мы с Тамарой ходим парой, туру. А есть опс поставить вот сюда? Нету, бля. Пока нету. Смоках будут нападать хим. А, вот миди что-то. Кунка на миду. А, не в смоках пит, смока вышел, либо с инвиза. Мека есть у него. Пойдемте. Вард нужен нам. Я перетягиваюсь. Варды я купил, летят, если что. Давай варда подождем. Давай.
Я просто боюсь то, что он... О, давай, нет? Ну, давай, цепани. Давай, давай. Засайленсил химика. Пробафал. Дальше, дальше. Вот это зря было, Марат. Почему? Так он в стане был. Ну там алхимик байбек, парни, если что. Для меня закрыл Марат. Где ты меня закрыл? Я же говорю, в этих ворвался, вот там химик 100% умирал. Ну фиссуру, брат, закинь. Хорош. Так обидно, Блады потерял. Ну, алхимик реснулся, он байбекнулся, нормально. Ну, блядь, сейчас так-то дуэль. Да-да, нормально. Забирают, по идее. Ну, давай, давай. Ай, промах! Какой же мразотский промах. Пиздец. Лучше бы ты просто фиссуру дождался и дал бы. Ладно, он хотя бы байбекнулся, блядь. Там и ВР вроде байбек дал. Возможно, кстати. У них варп меди. Да, у них вот тут вижен. Вот тут вижен. И на руне снизу вижен. Там снизу туз, тушит. Самый БКБ можно на хоть станок ставить. Тебе еще слот какой-то нужен. Мага. Да, я БКБ, блядь, зря не хотел слабо. Я просто умираю в каждом за месяц. Пусто, ассист, блин. Ну, у тебя на 15 один армет был, типа. На 15, да? Ты чё, блин? На 8 армет был. И на 7. Чё, какие планы? Мы можем подраться ещё раз с ними? Алхимика манты нету пока, было бы круто подраться. Если мы их сейчас убьем всех, хороших сможем подрать. Гоу, а их нету тут. Палите, напали уже. БКБ тема. Я просайленсил, но не успею, наверное, да? Магнетизм дал, но на один раз. Хорош, да, хорош. Нет. Если камень там еще какой-нибудь зацепят, то продлится. Ебать нахуй, меня закрыли. Ну, ЕС двойку, брат. Хорош. Тут себе какого? Или Рошу просто. Давай Рошу просто. Я убивал Рошу. А, блядь, нет Рошу. Ну, врывы, конечно, Марат, зачетный. Раз, бля, знаешь, я понял, почему у меня эта хуйня. У меня до этого стояло 2450, я добавил 2650. Теперь я, сука, не достаю, блядь. Вот смотри, обходит ВР-ку. Давай сейчас. Сколько мне? 5 секунд. Кунка, да фиссуру ВР-ку, если дашь. Я ТП даю, ребят, но камни есть, магнетизма нет. Это наебалово было. Вон ВР-ка. ВР-ка? Ну, ТП-хнется. Попу нету камня, я простанил ее. Подойдите, ману дам. Дальше можем Т2? Попробуйте и переключитесь на Рошу. Так Рошу нету, Марат, я убивал. Когда? Да, типа, на топе мы сдох. Так, он сейчас появится уже. Миди, пойдем-ка? Будет химик. Давай попробуем. Мне кажется, вот здесь точно вард стоит 100%, а там не знаю. Но сейчас тут они в пятером будут. Рошу, бей, иди, Рошу, бей. Его, Рошана, я пока задеваржу. Бля, у меня тайминг пиздец какой, бля. Че, ты забираешь-то? Так, да, тут варда забираю. Нет, вот тут, значит, только. Я вот этот, наверное, не буду снимать. Мы ж не будем тут файтиться. Че тратить? Не, можешь не снимать. Сразу заберу. Угу. Что, я думаю, мне МКБ тут надо, да? Yes. О, оставь его здесь. Так, косарь БКБ будет, нахуй. Будет легче. Дима, у них тут вард, если что. Хороший. Да, там вард стоит. Тут сняли сразу. Так, сейчас вот кто-то идет на топ. Ой, блядь, опять это... Ну, подходи. А ты БКБ просто нажимай. Я тебя вытяну.
А, ну мне походу опять ГГ, да? Да, ну хорош! Ну что ульт, это? Ульт, ульт. А чё ты не ультанул-то? Я в стане стою, чё? Не-не, я хусику, я хусику. Успел бы. Давайте, пацаны, может слаженно, иначе обострём. Блин, так обидно на самом деле. Я много могу импакта вносить. Хорошо, хорошо. Нормально. Кузин, я вас похилил. Ты не кот икона уже бьешь, ты че? Вот же настоящий, я правильно бью. Я не тебя, а хусику. Не-не, неплохо, неплохо. Разменялись. Жесть. Как мне не умирать, а? Там тычка только далась. Решим поклоны пока теперь себе кидать. Идем ты топ Т2. То, что ты умираешь, это хуйня, не мать. Да понятное дело, я саппорт. Ну, по факту. Понятное дело. Это ж хорошо же, когда сайленсер всех, химик лопнет. По кайфу же. Так, там центрик поставили, да? Хорошо. Я ушел отсюда, у меня нету ни маны, ни хуя нету. Хорошо, хорошо. Мне бы куру, бы этот МКБ взять. Вот этот лард, блядь, хуй найдут. Вы спрашиваете, если нет опыта варды ставить, я вам подскажу. Ой-ой-ой-ой-ой. Я так и знал, только хотел сказать, если будет регент. Ебать, бля, жадные нахуй. Да-да, я что-то пожадничал. Думал, монета, да? Да-да. Они могут это, смакануться. Ребят, вы, если нет опыта варды ставить, вы обращайтесь за помощью. Да, все. А то этот, что-то вы слабенький, типа, блядь. Ты там фиссуру, конечно, нормально кидаешь. Так, все я нормально делаю, бля. Вот тут надо вард поставить. Сейчас они со смоком. Ты раза меня перекрыл, один раз Гришина. Ну, это то, что я видел. Да, Гришин не считается, это слабый игрок. Кто это идет? Наверное, Эксе. Рекур, брат. Хорош. Но у меня... Я держусь из-за того, что держусь. Поехала. Давай глиммер дам, иди. Все, иди. На кресте, на кресте, 100%. Так, прыгать. Так, я собираю Яул, нахуй, срочно. Иди ты нахуй, два. Сходи-ка нахуй. Кто там балуется там? Чё, смоков нет у нас? Нету, блядь. Наш один вардик есть, бандит. Можем ткнуть куда-нибудь. А я пошел за этим. Братан, там сейчас толпа. Да, я, может я вместе попробуем, а? Да, я в курсе. Вон уже идет отсюда, блядь. Да, ебать, чё за вард, блядь, ебать этот технарь просто, блядь. Хаваю эту карту, блядь. Там себя не похвалишь, никто не похвалит. Вот, да, вот, да. Вот. Они не могут найти их, долбоёбы вокруг варда ходят, не могут поднять, что за хуйня, блядь. Так, что, на меду суета, да, началась? Да. Идём, можем. Наши вроде все. Давай, гоу! Пиздец, что делаю я? Я не понимаю, там пьем или чё, блядь? Чё, гем там или чё? Тут ты видел, что там стоит. Ай, бро, вот это на вставочку сейчас было. Дай хилочку свою, а? Ой, ой, это что? Иди нафиг, лопнул. Так, ну я походу вот так вот сделаю. Кнопку раскину. Глиммер дал. Хорош, я ещё магнетизм закинул. Да, ну я всё равно в размену иду, но... Вот тут кунка. А ВР-ку помоги ему. А, ГГ и ВР-ки там задрочите. Кунка там, вон, смотрите, стоит зажатый с яйцами. Ну все, ушел. Давай, эху, дядь, ложи. Хорош! Лучший, брат. Я нажал стики, блядь. Бля, давай! Эх ты, сука. О, смотри. Ой-ой-ой-ой-ой. Что за дота? Да он эхо отдал, дядь, какой фиссура. У меня нету маны, блядь. Блядь. Уйди оттуда. Да уходите, чё. Опять а? Байбеки жмут. Линку положу. Лучше БС. Нажми.
Ай-яй-яй-яй-яй. Там опять байбек нажали. ДВР-ка байбекнулась. Если что. Андрюш, ты что такое кислый сидишь? Андрей, улыбнись. Бля, Паша или Кирасу, что думаешь? Или Линку взять? Мотивацию всегда! Всегда! Мотивация! Ну все, все. Марата бы поднять с колен. Чё мне Юла или Форд купить? Иди ты нахуй, два. Сходи-ка нахуй. Да тебя испают, Марат. Да похуй вообще. Раз. Иди ты нахуй, два. Сходи-ка нахуй. Уйди, уйди, уйди. Да я такие вещи хаваю, братан, ты чё? Там Роша вышла, и сейчас. Да Кирасу нужно мне положить. Что кажется, что Рошана отдаем. Идемте, идемте вниз. Я подойду, опа, химик внизу. Иллюзия. Нет у меня дома нахуй, блядь. Чего вы звоните, блядь? Глиммеры в РК. Что, я бегу нарушу? Мне кура нужна. Бегу. Я не знаю, кура висит вон там, что там. Я бы сентрячков принес бы. Роши нету. Нету, хорошо. Нахуй, давай. Повел бы. Марат, купи гем. Гем? Да. Что это такое? Вот вы видите? Это иллюзия. Иллюзия тоже. Да, и смоков нет. Сейчас нарушу запрыгнем или что? Нет, хорошо. Сейчас если появится. 26 минута вроде, или 27 она вышла. На, слышишь, вот это носи, гордо. Я, блядь, пиздец. Руна будет через 3 секунды. Иллюзия. Оставь Марат. Нет, только не купить. Чё, Рошу ждём тогда, да? Бля, ебать, чё за вар, просто, бля, шикарный. Они не понимают, бля, вообще, бля. Единственное, единственное нормальный мув от Марата. Это, блядь, пиздец, что делает, блядь. Он оп поставил вот сюда, на пинке. Только был у химика. О, вот тут герой. И на топ рунялся. Твоя хуйня куре, вишен. Хуйня это ты, блядь, а это топор, нахуй. Топор, блядь, это топор, а это, блядь, Огр Акс, блядь. Чё там по сентрикам можно принести? Боже, с этими сентрями это ужас какой-то. На, тебе еще подгоню. Гемпара покупать, пацан. Бейте, помогите Рошу бить. Там сыр. А они тут, кстати, вард. Я сыр заберу. Если что, я буду вытягивать. Кунка гем. Нахуя его покупать, когда можно у кунки забрать? Эй, Аегис берешь, Тима? Нет, наш рейдер пускай возьмет, Аегис, подойди. Давай. Тарен, по-моему. Заберите Хочу. Быстренько. Хорош, блядь, ебать вы какие, блядь. Он на эксе протаст отдал. Вот тут вот вард вроде был. Да, нам бы тоже гейм. Блин, у Саеги с МАГ. Возьми куру, реюзни. Хорошо. Че, мы можем по меду пойти, а Яги просто? Вот тут вард вроде бы поставил. Я еще из хосты. А топ где вард? Тыкали. Вот здесь где-то вроде. Посмотрим. Может, я быстро топ сгоняю, деф давайте, чтобы таун не отдать. Все, я сейчас деф. Там тавер такой, кстати. Вот вард надо, блядь, сюда тоже. Тот же такой же вард тыкнуть, нет? Скорее дай мне вард. Да. Я бегу уже.
Все, нормально, нормально, нормально. Ааа, меня зацепило. Зацепило меня, да? Улетают. Просто задоджили драку. Минус очки. Ну вот корабля нету, мы же можем уже на ХГ пойти. Поставь сюда такой же вам, да? И БКБ КД у химика. Да нафиг, можешь ХГ пнем? Мне одно интересно, если бы у Легиона Аганим был, тоже бы разорвал? Евул, Евул, Евул! Блядь. Блядь. Я могу бай нажать. Да нет, тут. Алибарду дал. Блять, сука. Ебать, как она... Боже, отойдите от меня нахуй, они меня связывают. Он БР-ка там с гемом. Бля, он бежал. Смотри, смотри, смотри. Да чё-то ХП нету. О, я завис. Завис, пацаны. А чё, тебе шо хил дам, блин? Да, меня застан забивает. Аж хил, я убью БР. Дал, дал, дал. Давай я подставлю чуть-чуть. О, а, там же это хуйня. Чё, может отойдем? С Легой лучше. Жесть, я что-то лагать начал. Отойди надо очень срочно. Ну, химик там сильнее не станет уже. Он что, за выбежит? Так, мне я тут на самом деле Легу, можно сказать, отдал, но мог... кнопки понажимать. Не знаю, у меня что-то лагать начало. Да, надо что-то придумать. Этот лотус какой-то, ну. Можешь, кстати, на панде купить. У меня нету денег, я все в центрифуливаю, я фул 5. ДД. ДД. Леги нету. Че, гем беру я? Да, смотри, 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 нападает. Ты под моим хилом, бля, пиздец бешеный был. О, ты че? Форс даем, назад бежим. Че делаем, идем? Идем, идем, идем. Это иллюзия. Вот химик. Настоящий. У меня сентрей нету, если что. Вот вард. Блять. Да ну камон, ну дай поиграть, пожалуйста. Ну что это? Я лагаю, пацаны, сорян. Бля, у меня вот эта табличка ебаная с правой стороны, пиздец, калит нахуй. Каждые 5 секунд вылезает. Гол либо бей, бля, я тебе форс отбудем, блядь. Да, блядь, клипов нету, куда бить? Вон пускай фускар бьет. Я же говорю, я от А номера. Без клипов, без клипов. Я, если что, потяну тебя, если не успеешь. Вытянешь? Фуска вытяну. Я повис, просто классика. Че, мне его купить, что ли? Ладно, смотрите, смотрите. Я повис, пацаны, у меня все, картинки нет. Блин, ну вот почему именно в драке? Ну что это? Да на пофиг, короче, гол. Не знаю, я сорян, я лагал, стоял. Я в рот играл эту доту. Уйди. Куда уже не убил? Надо пиздить. Боже. Ой, хорош. Кем не проеби. А из-за чего у тебя лаги такие? Интернет. Просто банально. Я просто всю драку и вот сейчас только отлагал. Не знаю, это может просто периодически так всю игру быть. Мне надо пусть как-то законтрить, он не дает задуэлить никого. Там, кстати, у химика нормально так баблишки. Не умирая сколько уже. Ну вот он лайк, я гоним подарил. Вот да. Гем тут. Я пойду хитрые ларды поставлю.
Ну что, БКБ вообще не нажимает на хрень, 8 секунд. Это тусик, да хуя делает. Пушку добить? Да. Да, оставь, потом нужен будет, может глиф, может они по миду пойдет. Вот все раз глиф, все два будет. Роша, что ли, Лош? Не, это метка просто. Ну чё, иди на пускаре, танчи, я не знаю. Во, напали. Ах ты пидорас! Куда Мара? Хорошо, что я гем выложил, а так чувствовал, блин. Не, не идите без меня. Значит, вот тут, вот тут, значит, где-то вот вар. Бля, он же видит. Я подстанил его. Улетают. Не улетят. Хорош. Там гем лежит. Он лоу хаповый, пит, пит. Хорош. Вот тут кто-то ВР-ка была. А, не, не ВР-ка. ВР-ка тоже ушла. Получается, я забайтил на хуйню и выиграли драку. Получается, без тебя у нас все прет. Так я, они все в меня дали там, бля, бах, бух, бах. Че в тебя дали, стан химика? Бля, вот тут как-нибудь спалить бы, блядь, есть варда, как они меня увидели? Скорее это всего, в этом стоит, в текстурах. Мы же не идем дальше, или вы идете? Бэк разведите. Алибарду даже не успеешь. Байбэк, алчемист и петлор. Там бля, уярит, ну, еще. Я тоже походу так умер. Ой, ебать, хорош. Гем, спрячь пуста. Ой, там спрячешь, блин. Ну, на байбэк развели, можно заново пойти. О, Роша появился. Как всегда, тайминга хорошо. Задай мне себе как-то Рошу, не знаю, если появится. Они идут. Да, он уже бьет. Да не, они быстро под фокус-файром разберут его. Я могу ворваться, бля, с Ахаслема. Не надо, мэр, оставь, ХГ ворвать. Лучше подеремся. Пусть так будет. Включай, ебанул бы нахуй с Ахаслема, поебал бы, бля. Пушку, бля, взяли, отдали, бля. ВР-ку как-то контрите, я не знаю, я всех не могу перебить. То тусик, то ВР-ка хуярит в драке. Если он какие-то криты положит, то пизда мне. ВР-ка, да, да. Но у него БКБ нету, ты можешь на шейкере ее законтрить. Марат, один вырыл нормально, мы выиграем. Один. Там даже пайпухи нет. Я смог сейчас возьму для себя, хорошо, а то мне вообще неудобно. Для себя говори, там мы что, лысые, мы к тебе подойдем, братан. Они, кстати, смог тоже. А, вон внизу. Ты будешь этот кирасу покупать? Да. Долго тебе до кирасы? А то меня пиздец жестко пробивает. Вот смотри, прыгнул. На Алексея, наверное. Да, вот тут опция, скорее всего. Уйди. Но у меня плита и полторашка сверху. Я сейчас на ББ туда накоплю и пойдем. У химика есть. Я пойду вниз. На фермы буду, а то за мясо дохну и дохну. Вот тут чекни. Монету забери. Вот тут что было, блядь?
Шарт. Прозван Сигиль. И все. 90 монет, сюда нахуй. Бля, ну так-то там нет байбеков, мы можем запрятать. Ну там есть Аега. Понизу можно, вот сюда вардами. Марат, я же сказал, на Кирасу, куда ты прыгаешь. Бля, вас если залетит ВР-ка, бля, вам пиздец. Он просто рядом стоит. Короче, я готов, если скажете. Гем у нас есть? Нету? Нету, забрали же у тебя. Надо вижен такой. Там в глиммерах будут ныкаться, не раздамажим. Trouble brewing. Name your poison. Have one on the house. Prepare to get thrashed. Смотрите топ. А тут этот... Топ никак не подсейвим, если... А муншард можно союзнику дать? Нет. Химика, Аега, если что. Он быстрого опыта. Ну себе Ктарин взял, но он быстрого опыта. Можем вот эту точку завоевать. Но без гема никогда. Чувствую, долгая игра нас ждет. Ну, у него сейчас байбека нету, если мы его ебанем, пускай Аегис и все. Я с баем буду. Тебе надо, да, эти припевки? Да, мне вот экспу чисто. Я не знаю, у меня все плохо по слотам. Я типа ни одну драку тупо не выживаю. То же самое. Я лотус хочу на легу подкинуть. Мне в принципе осталось 900 золота. О, напали, смотри. Я бегу. Живешь на леге? Не живет, да? Эгеге. Отбавим. Подтянуйся, что. Да, химик сзади идет. Не живешь на Ризраке, да? Нет. Ты меня прям под связку стянул. Have one on the house. Name your poison. You see, I'll give it a shot. I'll put it on your tab. Короче, мага, должны в тебя залетать так. Я, короче, не понимаю одного, почему мы от них убегаем, а не наоборот убегаем с ними. Бля, я могу вот сейчас нахуй взорвать этого, бля. А, у него 1900 хп, ебану, там аганим дали, бля. Сами. Так я же говорил, глупо низу. Ну напали на нас, блять, хуй его знает. Марат, просто ВР-ку контрите и все. Так я сейчас дал ВР-ке стан и, блять, и... Ну вот, как сейчас просто ВР-ку контрите и все. Они дальше не пойдут. Там Аега захуй. Можем захуяриться вообще. Идут дальше. Я могу Аега пока... Исчезла. Жми, жми ТП. Надо уже тратить. Жму, жму, жму. Давай. Химика, химика, химика. Я кнопку дал, если что. Блядь, улет. Пойдемте по мьюзу резку, не? Ну, да. Я хп резну пойду. Пару сентрей возьму. Что-то вы чуть задержались, бля, под мой ДД. Задержались, потому что нам дагера сбивают. Там нет ни Аеги, ни Сирочи. Мы точно хотим пойти по миду? Ты байбек дал? Ну, да, да, да. Ну, корабля нет у них. Пока кунки нет, можем так, не? Have one on the house.
Я, если что, попробую подтянуть. Если что, го. Пускай хусик, блядь, бьет. Вот, смотри. Блядь, меня пиздят. Там БКБ-ха. Вон ВР-ка, блядь. Просто прыгает, блядь, в пятерых и хуярит, ничего не можем. Из БКБ на ВР. Майрат должен его контрить. Бля, я БКБ сейчас нахуй куплю. Или реально лотус тоже купить. У меня 300 золота не хватало на лотос. Там химик в шейкера опять ворвался. Стой сзади, Марат. Так, он, стоит, бля... рядом, он стоит рядом с тобой, поэтому в него и врываются. Блядь, ну я стоял сзади, драка началась, я нажал даггер, чтобы ВР-ку законтрить. Так, ты даггер для фиссуры не нажимай, Марат. Я вот тут стоял, ты тоже рядом был, он обоих застанет. Я вообще вот тут стоял, я догернулся сюда, закрыл проход и дал фиссуру. Так сам. Фиссура там сколько рейнджа, Мара? Так я проход закрыл, я все мимо. Кто, появляется кто-нибудь у нас? Ставь по идее, не умри. Ребята, реснутся, попробуй. Ты говорил, Марат, на шейкере засолешь. Ты солешь для них, а не для нас. Там рожки сейчас. Пойдем? Вот с ним зачем? Варды летят. Ты за дуэльку никого не убиваешь? Нет, они меня просто хуярят все. Просто все, блядь. Мне вообще неподвижный герой. Ну иди танчи, я не знаю. Танчи, танчи. Свидно, если что. Свидно, да. Сюда мы что, знаем, поставим? Или сюда обойдем как-то? Дашка. В центре не достает, больше вижена нету. Появился. Вот тут лег этот. Я вон уже пильнул, вот здесь он. Вот тут кумка. Блять, я не. Там линка у ВРК, если чё. Я никак это двое. Кирик на топе. Вот здесь. Кирик на топе. Не можем? Пошел, или он манту кинул и пришел на кресте. Не знаю, о, ладно, отойдите, отойдите, я уже ушел. Ну я тут остался. А можете вижу? На их все прыгает. Отойди просто, блядь. А какой... Нету тройки, дядь. Я попал, вы знаете. Тусика убил. Кнопки раздал, сейчас подстанюсь и смотрю. Хорош, хорош. Вот все ваши вот эти, смотрите. Химика, химика не отпустите. Нету кнопок. Нету к нам. Байбек, Питлорд. Вот химик. Фиссуру Марат, ну не манси, блядь. Да, блядь, не могу я дать, блядь. Алибарду дал. Всё, БР-ка после бая сдохла. Хорошо. Химик, Марат, химик, мага. У нас трон падает. Байбекаться мне. Не кайте тут. Химика. Поможешь, конечно. Конечно. Да вижу монету. Трон падает. Лост Тавер остался. Там крик. ТП-шитесь на базу. На базу ТП-шитесь. Марат, ну тебе надо было видеть.
Как его видишь, он все видит, блядь. Гейм лежит. Вот тут. Куры нету, разбили в драке, походу. Может, ты кекс возьмешь? Или хуйня? Или шиву ты какую-то? Могу шиву взять. Давай, возьми шиву лучше. Да лучше Юла, блядь. Врываться, блядь. Юла давать, блядь. Тусику, блядь. Или ВР-ки, блядь. Идемте по миду. ВР-ка после боя сдохла там. А чё у нас это-то? Шреддер Роши... топ. Роши не можем? Ну, идемте Роши тогда. Шреддер топ топ. Нет, и придёт. Аегис, наверное, мне нужно играть. Арат, забери гем. О, блядь, тут химик. БТБ нажал? Да, да. Гем бы забрать этот, который лежит. Блядь, вот тут вард, Марат, тут вард. Возьми гем, подойди ко мне вот сюда. Вон там тоже вард. А, забери, Марат, гем. Я его положу. Чё, я хуярил? Смотрите. Я закрыт тут. Вот сюда подойди, Марат, сука, вот сюда. Марат, вот. Иди да за ним, вард сломать, я ж гем отдал. Ты. Бля, вот тут же тоже вард есть. Да-да-да, там тоже можете снять. Возьмите сыр сейчас. Я Аегис, наверное, возьму, или ты? Бери. Сыр возьмите кто-то? Сыр могу взять, но дастов не будет, либо ТПшки. Гем у нас, гем. Мид у нас пушится, Гриша, хорошо, мид пушит. Да. Идемте по миду, просто по миду. Мне до лотуса 200 золота. МКБ вообще не так. Жесть. Он идет, дальше идет. Не, он в лес пошел. У химика есть байбек? Там только ВР-ки нет. Мне чуть-чуть, оставь если монет. А. Мне чуть-чуть, да, байбека не хватает. Че, мы идем или как? Тима, есть ТП? ТП зачем? Не, на мид. Я сейчас подойду, я сейчас не надо. У меня есть. Не бычьте мид, не бычьте мид. Я вон химику ТП обломал. Ой, бля, лучше бы ты не обломал. Он на кресте был, это 100%. Уже видел меня изначально. Пойдемте мид. Марат. О, он тучку дал хуёвую. Фокус на ВР. Я и ВР похуярил. Иди, мага, бей. Алексей. На кресте 100%. Не-не-не, нормально. Вот крипы идут. Заходите. Заходите, там топ зашел. Да. Я их отвлекал. Он дальше идет. Ой, бля. Я могу тебе сыр. А, ну у тебя Ега, да, еще? Бля, я так долго бил его. Да не, мы тут сейчас сольем эту драку. Таур забери, Мага, быстро таур забери, байбек будет. Блять, вот этого гандона убейте, блять. А че наш блять? Он уже сдох, как, блять. Одна ВР-ка, бля, столько всего делает, я его рот ебал. Жесть, она выжила. Под кораблем не пробивается вообще. Там гем где-то был. Тебя боит? Опускали. Да. А чё, ты боебак начал, типа? Да. Не, надо было по миду, я же с Аегисом был. Просто вышку бил бы. Так, видишь, ВР, ты за мной побежала, блядь. Не, надо было с ним играться. Просто по миду пошли бы. Надо, просто, блядь. Я без шейкера просто никого не убил. Кайте от меня. Ну, дыхнуть, если что, я дыхну. Вот здесь туск идет. Там гем вроде кем-то.
О, Фимик снизу. Могу я его убить в соло? А что думаете? Я на тебя ТП нажму. Я на тебя ТП нажму. Я его на изи уже. Соло. А, на да, иксе. Если что, я на тебя ТП нажму. Давай попробуем подбайтить. Have one on the house. Oh, gladly. Have one on the house. Вон, кастует. На крестах. Тут вард. Они все тут. Ты вместо орны-то что-то нужно купить тем. Да у меня, вот видишь, я уже третий раз байбекаюсь просто так. Another round? Name your poison. Is trouble brewing? БМ-ку купим нахуй, чтобы, блять. Так, вижу, у нас нету, да? Пошел. Не, блин, у меня есть смог. Ну то, что ВР-ка нас пиздит, бокадор пиздит, конечно. Вот! Да. На кресте, да. Вот этого не убьем, он без икса. Рванул на 4 секунды. Я вижу. Рад, вижу, но нету, да? Я с ЕСом в стане стою. Кайфую. Я алебарду дал. И убьет туда тим. А мне тоже дали алебарду, там пить алебардой. Ебать меня. Ты Все, конечно. Какая-то ВР-ка, блядь, как пиздец, блядь. Так, Марат, ни одного эха не было за место. Да как не было ни одного? ТП его вот крест только что дал, не видел, что ли? Только что было, да. Ну идите, дефте, я не знаю. Ну, бля, Еула никто так и не купил, блядь. Я не смог до конца купить Еула. Да, да. Найс игра, спасибо. Ну, спасибо, давайте покажем. Давайте. Я, если честно, просто в таком шоке, почему меня садят на пятерку в таких играх, я просто не понимаю вообще, это жесть какая-то. Я всю игру хожу, эти обоссанные варды покупаю, ой, боже, почему я играю не на ЕСе образно, да, там парень на ЕСе, который играет, он вообще максимально на чиле играет, он вообще, типа, даже, ну, он выигрывает, даже, в принципе, не хочет эту игру. Я вообще просто не понимаю, просто реально не понимаю. Но эта игра просто восрата, потому что... Где-то фиссуру не дадать, где-то не прыгнуть, где-то я что-то протуплю, где-то соло там кто-то пойдет. Просто тупо, ну, блин, такой бред, реально. Реально тотальный бред, а не игра. Эту игру можно было налегке вообще выиграть. Я не знаю, почему мы ее проиграли, но это просто кринж какой-то. Я даже, у меня после такого руки опускаются максимально, вообще даже играть не хочется. Ну да ладно, типа, я ничего в этой игре сделать не могу, хожу в каждой драке, что-то прыгаю, умираю по КД и типа, ну... Просто настроя нет после таких игр. Ну ладно, пойдем next, что делать. Да, вот это была каточка, прям лютая. Ну что, давайте тогда next. Надеюсь, эта катка будет более-менее нормальная. Если честно, что-то как-то такое себе. Не хочу я играть на пятерках, на фулл пятерках. Это просто, я считаю, что тупо не мое. Почему? Потому что с моей головой, ну уж лучше, чем этот ЕС, да, который играл в прошлой катке, я могу сыграть, я более чем уверен. Вот, я так думаю, сейчас будем просить тройку, двойку в каточке. Надеюсь, состав у нас будет хороший. Тут сейчас у нас и задроты есть, и не задроты, и роты есть. Сейчас посмотрим, как поэспешит. И пойдем с ребятами в войс, будем душить. Будем душить, ребятки. Поэтому не забывайте поставить лайк за прошлую катку. Я тоже старался в прошлой игре, старался, но видите как, ну не хватило нам, не хватило.
Я всю игру пытаюсь лотус собрать. Это вообще жесть. Просто всю игру. С этими вардами. Это, ой, да не только варды. Я ж ни с одной драки в плюсе не выхожу. Поэтому, ребят, как-то будем двигаться. В общем, ждем СП и стартуем. Душим, играем и выигрываем. Надеюсь. Ему почему-то четверку дали, мне пятерку. И типа там вообще просто выколи глаза было. Парнишка вообще совсем талантливый. Не сказать, что я супер гений, но, блин. Амаль, включай микрофон. Пока я тебя не задудусь. Эй, бра, я так-то 0.9 начну, уже 11.15 минут. О, нормально. У кого? У меня 0.9 было первые три дня. Прикинь, 0.9, это как вообще 0.9? Да, меня 5 игр подряд запушили веником. Жесть, веником? Так надо было этот совок вынести. Меня веник совком не выносил. Веник совком. Веник совковый. Остальные игры... Сколько я? 6 игр после этого всего лишь проиграл. Я, по-моему, с тобой из них 2-3 проиграл. Зачем ты у меня это спрашиваешь? Я что, организатор лиги YouTube, блядь? У меня это спрашивают. Просто... Сколько я с тобой сыграл с кем? Да я нихера не помню. Я, блядь, 3 игры играю, не помню, сколько его проиграл. Слушай, я не помню, что вчера было. Я реально, у меня такие проблемы с памятью. Я порой просыпаюсь и не понимаю, что происходит. Ой, как хорошо, что на панде не будет игры. Пик выиграл. Бля, легион еще пикает. Опять. 25. Лежишь он. Ой, боже мой, блядь. Та-та-та. Топ Виномансера дал себе легион пик. Ну да, конечно. Чекунка или селедка? Смотри сам. Что там, повеселее, чтобы было. Флорда, наверное. Не, а я думал кунка. Нахер нам флорда. Ну смотри сам. Ты же на пике. Они ее заберут. Там же ФП будет, они заберут. И уплотнение будет нам пробивать ничего. Если мы хоть ничего хоть не пробивать ничего. Давай. Ну, короче. Та-та-та-та-та. Сам берет селедку. Если берут веника, теоретически в пуш, да, должны играть же, неправильно? Да. Хейн стримит. Как жить? Нормально жить. Хейн не стримит, Хейн записывает. Хейн не стример, он рак. Срал-драл. А Фибра, я тебе не нужен же на пиках, я быстро отойду сейчас на мин. Да хоть на 10. Умирать меньше. Короче. Зубики. А. На удачи. Че, могу резака прям ща? Хотя не надо его. Вот так делаем.
Че на мид станет? Тускар медовый? Или ты его на сапа? Да. Не знаю, пока все посмотрим. Может вообще мид пойдет. Все посмотрим. Я же не вижу его героя. Некродед. Шивер. Шишер. Как ты понял, что пик выиграл? Ну как я понял? Он не пикает на победу, он пикает тех героев, на которых они умеют играть. У него состав слабый. А я пикую на победу. Так. Что у нас ласта? Короче, есть Сларк. Могу на Сларке побахать. Как раз Скунка есть в команде. Есть Сларк. По Сларка я сыграю. Можно же мне сыграть, да? Угу. Спасибо. Питор, Дмит, Триплани с Некром, Сларк, Солотоп. А ты сможешь Веника выиграть? Сегодня? Посмотрим. Да думаю, да, если там на третьем левеле забычится, по идее, норм будет. Либо давай. Терпилить. Так, кто на ком будет? Кто у нас в команде вообще? Может, паузу? Сек. Кто у нас так? Амаль. Амаль на тусика садись. Брата Тай. Ну, бери куку. Не, давай я на питом. Пита, может, сяду? Давай ты на пите. Лина, сядь на некро. Ага. Амаль на тусике, я на кунке гол. Или наоборот, хочешь Амаль на кунке играть? Я на тусике сильно играю. Ты тут слышишь вообще? Бери все саппорты одного. Давай, давай, гол. Отжимайте. Гол. Так, пит у нас трипло или этот? Он медовый, медовый, медовый. Против леги сможешь ты? Я просто ПМС покупаю, все же, правильно? Ясно. Может, Амаль пойдет на питлоде сыграет? Не, ну давай так, если ты, допустим, Амаль на питлоде, я на кунг сяду, ты на тускара. Давай. Зачем ты на тускара? Ты на кунке не умеешь. Нет, я говорю, я на кунке, ты на тускаре. Ну гоу, гоу. Я так и хотел. Там крипов надо уметь не давать лейки. Ну короче. В топе Сларк выиграет. Виномансер вообще в ноль. Раньше времени если прыгать. Вообще, я вообще там уничтожу его. 0.20 он выйдет. А мы трипл выиграем вообще на изи. Если что, разочек. Можете там прийти помочь там как бы, если тяжело будет, я там дальше справлюсь. Можешь через медасик на Сларке. Думаешь? Медасик, скади, даггер. Ну, либо... Через даггер хочу, чё, кайф. Этот у нас же есть кунка. На кресте под стаки подпрыгивать. Поснимать немножко, да. Возвращает. Офигенная тема. Да. Да, питворд медовый. Против леги будешь считать. Да, перекаясь шизи вообще. Я пассивка. Там саппорты, зомби и селёдка. Тебя вообще не напрягают. И не гангают, не убивают. И мы в трипле сильнее, и Сларк сильнее. И что, на сейф ты на тускаре будешь ТП нажимать, да? Я на кунке вряд ли помогу. Не нужно тут никого сейвить. Нам нужно свой лайм убить. Кого-то сейвиться просто. Но представь ситуацию, как зомби Слардар Легион обходит. Да, в один стан. Просто крышки поставят и все. Если вином медовый, ты стоишь в фуфри. Да и Сларк фуфри. Так Сларк сильнее же, да и... Если изначально начинать размениваться, все, спокойно Сларк переигрывает. Так, давай еще. А не будет, будет там веника в меди. Тебе на тускаре второй лейл нужен быстрый?
Да. Желательно закатываться. Мне тоже после Латина крест. А чё хорошо с некром на тусике идти? Некр нажимает первый, я его закатываю, у него первый откатывается, еще раз первый нажимаю. Нормально дамажит. Гоу-гоу. Тогда, короче, я по твой шарик буду тарант нажимать. А я случайно некр взял. Давай свапнемся. Блин, а возьми тусик. О чем вы просите меня? О, Майк, подожди, возьми эту. Внемлю вашим словам. Будет исполнено. Как приказ? Пишу, сделаю. Да. Ибро увидел, да, вот? У меня не громко это слово? Ну, чуть слышно. Внизу, он заберем. Спокойно. Ну, либо можем в топе подраться. Коу, может, в топе поделимся. Кунка поставь. Ну, идем кунка, некр поставь. Обе, может, заберем сейчас. Веник мид, скорее всего. Да, еще лучше. Ну, там топ, он слабый. Игрок слабый. Не, там лего медовая. Я думаю. По дикей не становитесь. Убивайте там, по-моему. А я руну случайно забрал. Нормально. Торрент будет еще. Отходи, отходи. Ты на сларке со стаками, он нормально гоп. А че ты торрент отдал? Да не, отходим. Но я отъехал уже, да, я так понимаю. Ну зря ты торрент тратишь. Вообще не понимаю. Было под закрытие. Торрент закидывает. Эй, дайте ТП-шек у меня. Курьере. Курьере улетает ТП-шек. Ладно, забей. Пускай на базу идет на венике. Сларк третьего левела, второго будет точно. Курури? На базу. Не, на базу короче. Ты вард заберешь с базу? На зрение. Тут слардар, если что, еще у меня. Давай, подходи сюда. Все, продамажили, дефармы дальше. Топ. Может мне на топ, на топ пойти? Как же они не переагриваются, эти крипы? Нет, приди вниз. Надо в топ. Фусол, кстати. Приди в топ. Он даже обоих будет играть. Нам это надо сейчас... Мне можно в топ пойти, а тебе нет, тебе надо вниз. Торрент на крипа дашь сейчас. Поздняк. Да поздно же ты дал, ты что делаешь? Господи. Да ты видишь, крип плохо, по-моему, идет добивать. И дальше торрент, он поднимается, мы идем добивать. Там уже тамба не надо. Флардар ушел, если что, возможно у меня, а возможно нет. Вот на крипе сейчас подлови его на торрент. Давай. Все, он умирает. Что сложно будет это сделать? Да я не смотрел это, наверное. Все, в топ ТП держись. Если под вышку задавят к Аркади. Я понял. Давай, давай, я закачу. А, мне сбили тогда. Эх, ладно, дядя. Печалька. А уходишь, да? Да. Давай, давай. Ты торопишься, ну не торопись. Там дом разрыв, нет? Давай, давай. Крест что не должен. Да ладно. Какой слабый был, собственно. А при чем тут моя мана, блядь? Крест дай герою. Потом торрент нажми. Производный торрент. Ты веника убил все-таки? Нет. Не, не убил. Ну, нормально, он третьего левела. Спрячься, пожалуйста, дай торрент. Проще, на самом деле, сложно делать. Жди, когда у крипалого хп останется. А ты на некре отойди, пусть он кинет торрент, отойди, пусть идет отдавать.
Кидай. А, нет, стой, стой, стой. Вот сейчас можешь. Ну? Бля, подождал, пока крип умрет, бля. Ладно, забей. Вообще не нажимать было. Дай как чё? Дай фул контроль, блядь, забыл, можно фул попросить. Дай фул контроль. Интересно, что ты делать будешь, запалил уже. Там слардар где-то бродит, если что, возможно, вниз пошел. Ладно, все отъехали. Уйди на Легион дуэль, да сдохни, что я тоже сдох. Ну сложно, сложно. Вот так таран дать не можешь. Как я сейчас дал. Сложно тебе, походу, это делать. Иди дальше вниз на некро, я втопил. Это тут, да? Да, да, да. Давай, давай. Я напал. Сам добьешь, сам добьешь. Я не да, добивай, добивай, но. Хорош. Чарбу возьму, соло его могу убивать. Без арбы хреново. Апай, шестой себе, я учу. Аккуратно, я не крит, тебя убью, там легаешься. Нормально, тебе мид ломать надо, да? И не испортить. Максимально больше. Да? Там лего внизу будет. А, не вопрос. Можешь кинуть что-то в нас? Забей, забей. У тебя на раз, да? А, думал на два. Совсем попозже хотел. Я сама его покину. Не умирай на некре, аккуратно. Опа. Я ДД забрал, короче. Ты была, что... а ты... Почти не успел. Можешь байтись, Легу, как. Давай, давай, дерись. Давай. Нельзя браганом просто. Ай, блин. Че, давай веника попробуем. Веник ушел к вам, да? Нет, не, он, я его убил, и он куда-то ушел. Не знаю. А он в миде стоит. Все, я туда фул фри. А чуть буду толкать тогда лайн подкармливать. Где пойти, может? Лего вниз, ТП-тест, аккуратно. Так, вы сейчас отойдите чуть-чуть. Чё, идём, мама? Пойдём убивать. Бля, отойди, отойди. Суппорт от ТП есть, но не дают. Уйдите снизу. Там Лего тоже. Сларк был примерно. У Леги активка что ли? Наверное. Нет, он не сронул, с базы пошел. Через лес. Вазы стоят, мы их видим. Если у него не вижу, то не будет. Отойди, 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 отойди. Есть. Лего был снизу, но он ушел, возможно. Вот топ, на топ, походу. На топ ТП, да, желтый слот, слардар.
ТП дал на топ. От катапульта у нас нет, да? О, Амаль, МП дашь? А, все, ТП нажал. Ладно. Заби, заби, заби. Нормально. Слардар этот вышел на руну. Побежал. Запарит. Приди, блядь, что. А тут скорее сокроет. Давай, да. Да не трать крест, господи, там убейте. Рано ты дашь, репер, что с улетку тоже дай крест эти. Есть крест. Торн, дай, дай Торн. Бля. Уже ли так сложно, Торн, пожалуйста. Нормально, нормально, ребят. Я фул фристы. Я за арканой вышку откройте. Потом Т2 пойду, наверное. Потом на ульте пита в мид, Т1, потом тут Т1 слаб уже. Там уже Вики, Шмики, вроде попробуем заключить. На топе аккуратнее, тебя обходить будут. Они внизу нормально. Нормально, окей. На меня напали. Боже мой, как же он. Открывай вышку, здесь тоже. Че, ты сразу дагер решил? Я не знаю, я думаю, в меда золото как раз накопил уже. Да делай медасик. А я медас тоже дерьмо. Не знаю, короче, сам смотрю. Я возьму медас, уже есть на базе, надо только забрать. Идемте убивать. Гоу-гоу-гоу, наглые. Песни. Там, ну ладно, зомбика убейте, потом там будет. Бать, они плотные. Да запечь на себе куколу ломать. Амаль, как сломаем, ульт нет еще ни раз. Только ульт нам нужен. Пассивку в 2 хватает. Миди вышка просто толпой улетели. Лифт нажмите. Аккуратней. У меня ТП когда. Идите мид уже, да. Ломайте миссию вместе. Ты на сларке вышку открывай, кто. Лес не обязательно. Я понял. Тебя вообще гонять там вообще никто не может. Не умеете, а воды посмотрите там. Ты тупо на сларке смотришь, где легион и все. Если леги нету, с ними они денег. Следовал. Вот, вот здесь, вот здесь. Они сзади. Давай, давай, давай. Хорошо. Лучше. Няман нет. Давай, вот лучше. Ой, ну нормально, нормально. Зажали. Давайте. Тамбу разобьем. Все, я тогда в тэшку. Да, я в тэшку выхожу. Идем тебе дальше, Амаль, дальше идем, я мангать. А, реген, реген. Чао, реген, реген. Да, в топе вышка стоит. Не, открою сейчас, буду качать уже, бурить. Раба уже. Он теперь не попал. Я пешком иду на пункте. Давай вот здесь убьем веников, помогите. Вдвоем убьем. Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Или селедка, или веник. У меня лего на топе, если что. Отходите, отходите. Не умирай, главное, и все. Лего отошел. Все, летим в топ, Амаль, гол, все вместе. Мы Т2 не сломаем, подойдите. Все. Может, лего попытаемся, а ты на крипах. Так, я за арканами пойду. Меня подсадите, я здесь. А, лего нет. Нету никого. Лего уже вместе. Манную. Т2 можем раз на 5.
Этот, один ваг можешь купить? Там один офис есть, у меня деньги. Тракторшку. На команду что-нибудь. Да грифсы, наверное, не? Пусть тапнет. Грифсы пайп, да, грифсы. Грифсы пайп, потом лот сможем. Я сейчас ТПшку прикуплю, пойду. А куру уже отправил, что ладно, я тоже за ТПшку. Т2 бейте, там никто деф. А, веник, фигня. Я не подставляю, что я не подставляю. Этот... Там лего, и кроме леги тебя вообще быстрее. Давай спокойно бить. Там где вагу лучше поставить? Вот здесь или вот здесь? Ломайте просто, не важно. Сейчас веника убью. Не попал? Нет. Ну все, его от зоны сломали. Нормально. Лучше просто. Что, будем лего ловить? Можно попробовать, но на ТПшке. Ну а сейчас сюда будет лететь, думаю, что ты ушел, уйдите все. Я на низ ТП дам, там фарма много. Давайте все вниз ТП дайте. Олегу, байте на сланке, байте регион. Не палитесь остальные. Не палитесь, главное, пусть прыгает. Ты знаешь, с пассивкой не играешь, сейчас палюсь. Ладно. Го. У меня сейчас сольют нахрен. Да дай скиллы на этом. Что пока? Пока, он сразу не заскунит. Торрент за секунду ты тоже даешь, я уже. Ладно. Ну я виноват, сори. Да ты не виноват, виноваты другие, что дэнсы. Да не, нифига. Я мог Shadow Dance уйти. Не мог ты уйти. Еще раз говорю, я дал вам фуш лего прыгать. Он руки держать должен был. Успевал он торрент дать. А там уже я долетал бы. Ты выживал под бафом. Идем с Т2 бить. Вот эти фраги, которые лего делают, вообще не должен. Ломайте. На мид может сегодня. Да. Пачку откинь. Гоу на ульте полетим. Лети на ульте, легион. Оо, здорово. Сейчас я клаку купил. Это все для вас, не умирать. Подойдите-ка. А че он мне герой, куда бежит? Я шарик нажал ван дайнга, смотри, куда герой бежит. Куда он бежит? Я не понимаю, как я не успеваю кнопку дать. Вообще никакую причем. Это кринж. Ну мы его поймать спокойно можем. Идемте убьем, блядь. Пойдемте. Слардар дагер. Гнаться за ними, это же капец. На слабке тоже. Лего уже внизу. Я варги поставлю лес. Поймал селедку. Подойдите. Я держу его здесь. Он еще долго не уйдет. Подойдите сюда. Бля, у вас лагает? Корешки. Не, нормально. Хорошо. Как же я его поймал где? У меня смог есть, а можно наружу. Нет. Ульт есть убита? Нет еще. Нам надо ТП-шки дать вниз убить. Леорика, главное ТП вниз, все нужно без ТП держать. Он без ТП. Он не уйдет никуда вообще. Просто бегите все сюда. Иди. Там лего тоже тут. Здесь Леори. Подходите. Все, идем по низу. Лежик вот здесь фармит. Сейчас пита ульта откатится, пока вместе держимся. Идем рошу подъем.
А сейчас нас сплетить будет, нам тяжело будет делать. Кто вам говорит все? ТП наши. Отпускай, возьми воды. Возьмите куру плюс. Тут вард стоит. Это вообще нагло. У меня вот так не достать, это мне вот так не будет. Ну вон, в топе мы их видим, можем видеть. Есть топа сюда вам нажать? Есть топа? Есть, нажимайте, есть, нажимайте. Ладно, я откис. Очень долго это возьму. Ну, легион, легион, не отпускай крестами. Ну, хорошо. Ой, отлично. Ман, не хватило. Пойдет, пойдет. Ай, найс, прыжок. Этого тоже догрызаешь. Да, догрызем, догрызем. Ждите мид-то 2 бить. Потом рush, потом по низу. По возможности ловим где-нибудь кого. Смотри, два пейте. Этот Лего Гост отрубай, да? Он без ульты, иди убей на Сларке. Да-да-да, я иду. Да. Я спалился, по идее, не? Нет, на тебе ульта же. Старда. Сейчас так. Да два бейте. Потом рош. Если они драку намутят, сразу отключай. На предлорде в топ полетишь, скорее всегда бьешь. Потом к нам через топ. Хорош. А в принципе, а дай ТП-шку Сларку пусть попарнит. Зря ты клинишь. Худше. У меня ТП-шка, если не будет попком дать. Да дайте Питлорду на кресте, пусть полетит камни кинет. Зачем? Ну, ТП-шку крест, орбу дай ему возьму. Крест. Да дай ему крест, сейчас подраться можно. Что ты делаешь? Дал бы крест, сейчас Лего убили бы все. Маму убивать сейчас вот здесь принимать надо. Блять, ладно. Я возьму дедушку. Вот здесь примем просто и все. Беги на Сларке сюда. Сейчас подойду, я дагер куплю. Ты на некрич. Подальше тебя пассивка. Во смыках. Сейчас ждем либо в миде, либо внизу. О, гоу. Бегу к вам на дагере, пацаны. Давай, Риппер. Риппер, не жалей его. Не умри по дороге на сад. Ловить будет. Ладар в миду. Можем его убить. Можем Лего убить. Есть топа у кого в топ? Прям сейчас нажмите. Любой, любой, нету, любой, нет, любой. Нету, нету, нету. Он на экспачку будет фармить, убиваем его. Кто это? Кунка? На пите прилетишь на крипа? Давай, брат. А, он БКБ нажал и крипа убил, охренеть. Уйди, уйди на кунки. Кунки не вечно. Тут вард стоит. Ладно, забей. Я не знал, что он БКБ нажмет, крипа убил. Ну ладно, нормально. БКБ. Тут тоже вард на руне, если что. Да, убьем, убьем, убить же можем. Ну, БКБ нет у него. И дуэль он не выиграл. Он тебя видит. Я тоже его вижу. Гоу. А есть? Есть, есть, дэкш, найс. Догрызайте, догрызайте. Веномчик. Хорошо. Дальше, дальше. Next. Пульт Олеги гос снимает, нет? Амаль, там это, в куру закинете, что арбу? Как кура будет подлетать? Просто, чтоб не потерять его. Идемте ХГ пробовать, не знаю, пока Олеги нет. Может кто подставить. Кунка далеко? Он на базе, да? Есть у кого ТП. Я куру беру, никому ничего не надо. На некри, дай ТП вниз, на некри, дай ТП. Да не-не, не пойдем ХГ. Не пойдем. Дай ТП вниз. Вот здесь сейчас по-любому кто-то появится. Селёд. Ну я рушу залазил, по идее. Можем рушить. Подожди, подожди, подожди. Вот, вот это сейчас как-то лишнее.
А у тебя на сладке не работает ульта, нет? Нет, вард. А, не, нету, 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 нормально. Я сейчас арбу заберу, наверное. Ну в куры закинешься, что? Хорош. Оставьте хост, хороший бейте. Короче, у нас. Спасибо. А Егис кому? Я возьму? Да, наверное, либо некор. Я на крестах попрыгаю. Да дайте куру мне этот принеси. Они там сплитовать будут, Сладар в инвизе побежал. Да, работает первый скилл. Кура, не нужна, я ТП-шку беру. Купите себе ТП-шку какую-нибудь. Хорошо. 4 ТП купили, да? Даст-то есть у тебя на кунке? Не, денег не было. Лёрик тут фармит. Давай, ну, давай. Дагер есть у него, интересно? Риппер. Хорош. Стаки наберу на нем. Рабы не хотят. Хорош. Может Лего на ульте на питлорде? А, не надо, не надо. Ну на питлорде можешь прилететь. Они уже идут на меня. Дашь мне крест? Дай крест. Дал. Прилетишь на питлорде, а я их вообще держу. А, я не успел дагер на питлорде. Гоу, гоу, гоу. Сдохни. От меня сдохнешь. Что там, сдох? Да, я и стаков набрал и забрал еще. Ты там, если бы вернул, вообще бы идеально был, но не стал колить, я сам отошел уже. А Егис остался, идем за. Конечно. Я дерусь до Талова. У меня Ега, резность. Резность со стаками нормально будет. Риппер хорош. Огоним на Риппера. Да, да, найс. Лучше бы Лего так, ладно. Это там КД было просто. Я же Либрио кидал. Креста дашь мне? Где ты? Где? Да закрыть спокойно. Да не, я отхожу, там где-то рисунок. 3 секунды, блядь. Ломайте, забайте меща, я спасу. Он вас прыгать не будет. Вас прыгнет, он умрет. Не бойтесь, бейте спокойно все, что. Меня прыгнул. Хорош. Да пусть прыгнул, что дальше. Гоу эту селедку быстро покажу. Ну сентрик. Сентрик там был. Он потом будет. Хорош. GG. Красава, пацаны. Спасибо за игру. На Сларке лайн задушил. Дальше каточка пошла. И после прошлых каток такая на самом деле расслабух. Конечно, не без ошибок. Не знаю, почему не успеваю нажимать кнопки. Внизу рассинхрон какой-то получился, что гоу-гоу-гоу, в итоге под сейвом, и я в итоге ничего не стал жать, хотя надо было жать. Ну да ладно, не суть. В общем, выиграли и хорошо. Двигаемся next, ребятки. Но next уже будет в следующем выпуске, друзья. Не забывайте поставить лайк, обязательно подписывайтесь. Ну и, конечно же, смотрите прошлые выпуски. Ну и на этом на сегодня все. На этом все. С вами был Ксеназус и до скорого.